Вообще вот плохо он в игре. И это, конечно, Дим Орехов, голкипер молодой Сибири под 90 номером. Ну и состав. Опасный момент вновь возникает у ворот. Сибири уходит шайба за ворота. Вот Михаил Романов не взял его в состав. Ну все, у этого хоккеиста впереди. Будем надеяться, что вырастет большого мастера. Он останавливает игру. И Кугрышев с трудом покидает лед. Вернуться на лед, пожелаем ему здоровья. Денис Куляш подхватил шайбу в средней зоне. Входит в зону соперника. Идет вперед. Практически один на один выходит. И поддерживал там атаку партнер. Пока со всеми бросками они справляются. Да, чуть ли не всей пятеркой окружили Чудца в пользу Вангарда. Он сейчас находится на подъеме. Новосибирцы наоборот угодили в яму, проиграв 6 из 7 последних матчей. Опасный момент. И первая шайба в воротах Сибири оказывается. Смотрите, как здорово все было сыграно. Попов молодцом. Как нож сквозь масло прошел всю оборону соперника. Не смог его Игнатович остановить там. Вратаря. И большое достаточно преимущество на стороне новосибирцев в этом плане. И очень хороший показатель у Юрия Лектеря. 71,4. Какой момент у Моника. Как хорошо, спокойно. 26. И Александр Попов. Сегодня он свою 66-ю шайбу забросил. Вызов сборной России на Кубок Первого канала. Больше работы стало у Андрея Мезина после перерыва. Что здесь получится? Получился бросок. И вот так вот Сибирь сравнивает результат. Не очень уверенно действовал Андрей Мезин. Не сумел зафиксировать шайбу. Там принимает поздравления. Да, здесь Павел Махановский, напомню. Сегодня пятый матч проводит за омский «Авангард» в этом сезоне. Вот момент, сейчас у Сибири опаснейший. Андрей Мезин выручает свою команду. Оказывается, Йонас Эрлунд в воротах. Было, после чего неуверенно он действовал в том эпизоде, когда забивал Каскирата. И вот сейчас выручил свою команду. Посмотрите, посмотрите на Дмитрия Квартального. Немножечко заигрались впереди. Вот момент, и штанга спасает сейчас ворота «Авангарда». Ну, по крайней мере, характерный звук на скамейку запасных. Ну, а это бросок трех поражений в 7 поединках. А вот в начале-середине октября, выдав победную серию из 6 матчей, сумели заметно улучшить свое турнирное положение. Гол! Скидывает победно руки новосибирцы. Что-то там Милош Ржига минутой ранее начал записывать в своем блокноте. Лектери делает передачу, там Кугрышев победно вскидывает руки. Неужели Лектери броском прямым забил? Жогин занимает место на пятачке, закрывает обзор вратарю. Опаснейший момент, мечется шайба, но не попадает в ворота. Я говорил о том, что сибиряки в первом периоде играют лучше «Авангарда», а во втором «Авангард» играет лучше Сибири. Сегодня зеркальная совершенно статистика у нас получается. Периодов своих провели в этом чемпионате. Игнатушкин бросает. Очков 33, но тем не менее, вот 7 выигрышных поединков. Опасный момент еще. Вновь выручает свою команду Андрей Мезин. Возвращаться в оборону, но вот хорошая сейчас возможность. Команда Коскинен успел положить щиток на лед, среагировать. Резкий такой получился бросок от борта. Еще один. И шайба в ворота. 2-2. Классно бросил. Классно попал. Но, как говорится, еще не вечер. Посмотрим. 10 минут ровно остается играть команда в третьем периоде. Куляш заряжает и попадает! 3-2! Вот это да! Вот это пуш!
близко у Калиша. Пытался там Семин подкорректировать направление полета шайбы. Лехтеря и Лонд. Угрышев идет параллельным курсом. Не стал отдавать шайбу 18 номер. А мы смотрим повтор атаки Сибиряков. Из-за Сибири шайбу на пятачок, на чужой пятачок. Авангард очень умело защищается. А вот сейчас момент какой, ой-ой-ой, вы посмотрите. Выдохнули сейчас с трибуны Омск-арены. Нет никого здесь из хоккеистов Сибири. И все, празднуют успех своей команды болельщики, которые пришли поддержать Авангард.